Ежегодно в Барнауле Алтайский театр драмы имени Василия Шукшина принимает гостей фестиваля со всей страны на красной дорожке. В этом году официальное открытие пройдет 23 июля. Именно здесь состоится специальный показ фильма «Открытие. Смотри на меня» режиссера Владимира Грамматикова по сценарию Андрея Кончаловского. Это будет его первый в России открытый показ. Это история про женщину, она бывшая оперная певица, она многодетная мама, 4 ребенка. Ну, представьте себе, да, утонченную вот эту женщину, такой утонченной профессии, многодетную маму. 48-й год, год уже, как она не получает никаких вестей о судьбе мужа. И она вынуждена из Свердловска путешествовать товарняком в столицу. 5 категорий – полный и короткий метр, документальный фильм, анимация и произведение на тему специальной военной операции. Сетка показов, которые в Барнауле пройдут в кинотеатрах «Мир», «Гэлакси» и «Премьера», еще составляется. Кинопрограмма фестиваля целиком будет бесплатной, но нужно будет зарегистрироваться на специальных интернет-ресурсах, которые сейчас создают. В столице региона 23 июля откроется арт-объект «Цитаты Шукшина» по фильмам Василия Макаровича, а также выставка «Шукшин и Мосфильм», собранная Государственным музеем истории, литературы и искусства Алтая. Она проработает до конца года. В целом, программа обещает быть весьма насыщенной, и ее участникам придется выбирать площадки для посещения. Я точно знаю, что если мы зайдем на сайт театра драмы, то мы там увидим надпись «Билетов нет». Они выставлены в продажу, и, в принципе, их достаточно быстро разбирают. Поэтому, конечно, мы традиционно с открытия делаем трансляцию и на площадь, потому что хотим предоставить возможность людям посмотреть. 24 июля начнутся мастер-классы, литературные перекрестки, а также покажут хореографический спектакль в исполнении ансамбля «Алтай». В двух городах творческие встречи со знаменитыми писателями, представителями издательств и кинематографистами будут дублироваться. На них нужно будет приобрести электронные билеты. В день рождения Шукшина в Бийске откроется большой книжный фестиваль. Традиционно пройдет выставка ремесленных мастеров. Ну а профессионалы послушать экспертов в сфере кино смогут уже 20 июля. Тема деловой программы – этого года – искусственный интеллект в киноиндустрии. Участники конкурсов в этом году получат статуэтки и значки с образом памятника Шукшину с горы Пикет. Закрытие состоится 27 июля. Дарья Ерошина, Владислав Ковалев. День с толком.